Приветствую, уважаемые друзья. 22 января 2023 года. Вот такой айсберг. Айсберг вот такой вот плывет по реке Припять. Вот так вот все затоплено. Стоим на краю. Здесь был большущий обрыв. Вон какие бревна плывут, интересно. Бревнышки. Вот. Почти на середине. Вот. Вот такая вот зимняя ситуация, похожая на весенний паводок. Здесь все вот так вот затоплено. Льда нет, все в разливе. Ну, зима еще только почти только началась. Всего доброго, уважаемые друзья.